Жестко. Не обращай внимания, это же грач. Кто? Не пью, Максим. Грач, интернет-хейтер. Промывает православных по косточкам. Значит, не такие уж святые, раз есть что промывать. Зови. Черный пиар тоже пиар. Угу. Слушай, она в Инстаграме есть? Наташа-то? Забудь. Почему? У вас с ней нет евхаристического общения. Чего? Максим, она певчая в храме. Сестра милосердия, строгих правил. И что, теперь вот прям до свадьбы даже ни-ни целоваться нельзя? Сдалась мне ваша сестра милосердия. Привет. Привет. Не ожидала тебя здесь увидеть, очень рада. Галина, помогите, пожалуйста. Помогать другим – это не героизм, это нормально. Мы же все люди. Здорово. Утки, подгузники, клизмы, что выбираешь? Какие утки? Пойдем. Пойдем, пойдем. Дочь, не начинай. Последовало, она мне еще смеет заикаться о Боге. Если бы он был милостивым отцом, то ты бы сейчас тут так не страдал. Валюша, поднимись за анализами. Сумку мне отдай. А это еще что тут такое? Он устаревший. 2022 год на дворе. Рождество Христово. Эта история вечна, и так будет во все времена. Наши пути быстротечно пролетают сквозь дни и года. Если услышишь, спасайся, кто может. Когда рушится все вокруг, помни внутри, вера, смотри вперед и не опускай рук. Епархии очень вас не хватает. Архиерей новый, говорят, очень эффективный. Да и клириков много новых, приезжих. Алло? Тихон, ты где? Владыка уже на месте. Иду. Тихон, значит? Да. Монахом хочешь быть? Нет. Владыка говорил, что у нас с женой один крест на двоих. Кандидатка есть? Нет. Только до поста мне рукоположить тебя надо.
успеешь к этому времени жениться. Молодец. Но не успеешь. Придется тебе крест одному тащить. Тогда поста же 2 недели. Так вот и поторопись. А то просиживается он на кладбище. Давайте за маму. За папу. За кого? Давайте полетел самолетик. Самолетик. Давайте немножечко тогда сока попьем. Угу. Чуть-чуть совсем. Давай я сама ее накормлю. Простите, я... Иди посуду лучше убери. Угу. Вот, хорошо. Умница. Я заберу? Да, конечно. Считаю. Ах, вот он где, помощничек. Я сейчас 4-й, всех переодевала из-за тебя. И пеленки одноразовые все испорчены. Наташа, проводи, пожалуйста, парня на выход. Максим, приберитесь, пожалуйста. Максим, да ладно тебе, в следующий раз обязательно у тебя все получится, ну? Тебе смешно, я похож на клоуна. Ну, Максим. А вот похож. Обратите на меня буквально секундочку своего внимания. Все нормально. Нет приглашенных. Давай, давай, давай. Проснулись, улыбнулись, стали, подтянулись. Я вас всех категорически приглашаю. Извините, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Напугал. Что умею, то делаю, простите уж. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте за мной, мадам. Что ты творишь, а? Господа отдыхающие. Я прошу вас пройти за мной, выключайте на свою радио, господи. Покушали? Помогай. Если здесь, проходите, занимайте места, что? Занимай места согласно выгодным билетам. Уничтожайте. Группа главы. Если я клоун, буду делать то, что умею. Перед вами шоумен Максим Рук! Привет. Как дела? Нет. Положите на мать. Прости, пожалуйста. Девочки. Положите на мать. Успею. Это не первый, кто выйдет из этих ворот, будет моей женой. Объясню, мол, так и так, ситуация. Выходи за меня завтра. Я тихо в храме служу. Возмужал, совсем жених стал. Спасибо.
выходи за меня. Что, простите? Завтра выходи за меня. Я Тихон, в храме служу. Я хороший. Меня рукополагать надо до поста. Я тебе пожалуйста. Я сам руку положу. Ну-ка, давай, сверяйся отсюда, а мы пойдем. Пойдем, пойдем. Монашество так монашество. А сейчас романтическая песня, которую я написал для одного человека. Я мечтаю когда-то проснуться однажды не от шума дождя, а от острой жажды знать, что я тебя увижу опять. Я не буду пытаться вставать с кровати, мне мысли одной уже больше, чем хватит. Образ твой не хочу потерять, и чтоб не уснуть, буду я повторять. Раз, будь со мною, прошу всегда. Два, остальное все ерунда. Три, как нам хорошо, посмотри. Мне никогда, видно, не понять, где я смогу тебя отыскать. Буду молиться, чтоб видеть почаще сны, где со мною рядом ты. Здравствуйте. Как мы думали, динамика не очень. Мы, конечно, можем назначить оперативное лечение, но не думаю, что это как-то повлияет. Кирилл Степанович, ну есть ли хоть что-нибудь, что ему поможет? Поможет только чудо. Вы молитесь. В медицине только чудо, в образовании только чудо, в машинке только чудо. Мне интересно, у нас в стране хоть кто-нибудь что-нибудь делать будет? Или только чудо ждать? Спасибо. Нет, а то я уже вошла. Майор и красавица. Нет, ее даже по телевизору показывали. Знаете, есть. Ну, внучка моя, ну, правда хорошая внучка. Есть одна. Наташа, влюбилась в меня по уши. Замуж просится. Ну, что ж, ладно. Ну, я вам желаю счастья. Спасибо. Эх, а пойдем, хороший муж. Ну что, домой или в ЗАГС? Максим, не надо. Это ж просто рука. Нет, это не просто рука. Это может меня скомпрометировать, понимаешь? Ты тоже грача боишься? Нет, я боюсь подставить своего папу. Ну, у нас необычная семья. Точнее, есть семейная особенность. В общем, даже не старайся. Договорились?
Тихон! Вот вы мне скажи, вы для кого свои правила придумываете? В смысле? Ну, что вы правильные такие, что вас пальцем не тронь, а потом наживетесь и вроде как не при делах. Подожди. Кто нажрался? Трезвенник, Паш, в буревестнике. Ты уверен, что это он? Он. Это не может быть. Может, показалось. В буревестнике? В буревестнике. Он же после тюрьмы завязал. Бред какой-то. Тюрьмы? Я сейчас не могу говорить. Максим, стой. Я хотела тебе просто объяснить. Просто многие парни, которые не системы, они... не боятся моего папы. Это понятно. Он же у тебя тоже из этих авторитетных. Ну да, и он очень уважаемый в наших кругах. Ему доверяют. Он тюрьму окормляет. Окормляет? Это как? Общак держит? Да, у него целая община. Ну, в общем, Максим, я хотела вас познакомить. Завтра утром ему много народу хранить, а потом дома будет. Ты придешь? Пошли вы нахрен! Сказал, придет. Беззаконие моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое осознаю и грех предо мною воздаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, ромашек. Для девушки, что ли? Ах, нет. С этим покончено. Духовнику. На могилу. Духовнику? Ну, возьми розы, красные, красивые. Нет, 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 не надо. Дайте ромашек. Это его любимые цветы были. С вас 300. Никто, кроме меня, этого не знал, конечно. Все ему розы дарили, а он их в храме оставлял. Спасибо. Что только не придумают, чтобы на розы не тратиться.
Владыка, прости, что не оправдал твоих надежд. Благослови меня выбрать монашеский путь и взять в постриги твое имя. Будет у вас с женой общий крест, один на двоих.